Экстраординарные личности с невероятными профессиями, удивительными увлечениями, уникальными талантами. Это программа «Экстра жизнь». Здравствуйте. Сегодня о прекрасном, о музыке. Ученые считают, что кошки умеют петь. Вспомните это дивное мяуканье на крыше или нежное тихое мурлыканье. Творчество братьев наших меньших – это эмоциональный порыв, состояние души. Кстати, их алфавит состоит всего из 7 букв. Смысл людских песен понять тоже не всегда можно. Прошу любить и жаловать. Группа «Плетень» из Серпухова. Миллионы программистов и не мечтают быть звездами, выступать на сцене, купаться во внимании бесчисленного моря поклонниц. А вот эти творческие личности самые смелые фантазии воплотили в реальность. Угадайте с 3 перезагрузок, кем они работают? Системный администратор. Да, обслуживаю парк компьютеров. Смело, друзья, смело. Такой подвиг, согласитесь, достоин не просто аплодисментов, оваций. Оставили ребята компьютеры в ждущем режиме и взяли в руки музыкальные инструменты. Да еще какой проект выбрали? Группа с говорящим названием «Плетень» соединила рок, классику, джаз и металл. Плюс к этому обновили старую версию фольклорных песен. В принципе, то, что мы слышим на эстраде, очень много и на отечественной, и зарубежной, это все, в принципе, пошло от народа. Оно, как оказывается, новый хит – это хорошо забытый мотив. Играют музыканты на мандолине, в органе, аккордеоне, электро- и бас-гитарах и на барабанной установке. Сумбур. Но музыкальный стиль очень даже известный. Нет, это не русская народная блатная хороводная. Такой микс принято называть фолк-роком. Грубо говоря, это набор звуков, который приятный слушателю, уху вообще. А что там, это стиль, это все, это условно, условность большая. Текст песни порой не распознаваем. Ребята лучшие старинные словари изучали. Кельтский, финский, староанглийский, древнерусский. Прислушайтесь, это ижорская народная песня. Это что-то, наверное, типа магии, наверное, да? Магия звука. Не удивляйтесь, это не сбой системы. Без звука бас-гитарист играет только на репетициях перед концертом. Музыканты группы «Плетень» под стать компьютерным операционным системам. Многозадачны. Успевают делать все сразу. И искусству себя посвящают, и работе. Они программисты, системные администраторы, компьютерные дизайнеры, журналисты, поэты и даже строители. А вот профессиональный музыкант среди них всего один. Аккордеонист Дмитрий Диденко. Человек интересно, чем он занимается. Он обязательно будет что-то, как пылесос, всасывать. Да, как пылесос именно всасывать в себе. Ну, ненужная информация, она как бы улетучится. А что тебе нужно, это останется в голове. Впрочем, отсутствие корочек об окончании музыкальной школы, училища или консерватории серпуховских артистов не огорчает. Группу, которой всего 3 года, уже приглашают на международные, всероссийские и подмосковные фестивали и конкурсы. Глядишь, такие смелые экспериментаторы в скором времени добавят музыкальной клавиатуре заветные кнопки перезагрузки, а то и вообще новую систему современного искусства создадут.